Ты камеру-то включил, такой сидит, ржет такой. Ну, блядь, такой момент на память надо оставить. Ладно, вот, все. Маскировка от мастера. Кришнов нет, он больной человек. Да не больной ты нихуя, только прикидываешься. Стреляет ты. Есть контакт? Один-один. Один-один. Вазил, дай, пожалуйста. По вам, блин, корпорация. Ну, будут снимать. Пошел, тренировочный процесс. А, возможно, все просто. Ёпти, блядь. Она, походу, еще и поляризует эту пленку. Патроны не вставил. Один наблюдатель, один снимать должен обязательно, починяешь, блядь. Нихуя себе. Ебать, поршень сейчас вот хуёво сделал, блядь. Тот самый поршень, который Трамп недавно заменил? Да. Тот самый. Я бы на месте Трампа сразу покупал бы себе, блядь, поршень, блядь. Вот а что там шары застревают? Потому что резинка замерзла, блядь. Резинку выкрутил я. Пойду на домик залезу обратно. Ядрёно корень. Чё взорвалось-то? Где взрыв? Кто убит? Чё там? Самоподрыв гранатой? Это мертвяк на самом деле. Где? Так. У атаки первая потеря. Доблестно погиб Зан. Противник слева сзади. Убили. Шадов-то убит? Да, Шадова я зажмурил, Шадова. Чё ты булочки не подстрелил? Я его подстрелил, и в тот момент как-то... Так, давайте, у колонны остался один человек, и я остановил засаду. Да. Я щелчок услышал, когда уже Шедов руку поднял. Кто из засадников у вас погиб? Сколько у вас есть? Шедов. Вот сейчас Базил вам расскажет, как он построил против вас засаду. Тебе палочку вот эту? Я ложился в голове засады в таком месте, что простреливает всю дорогу. То есть я вот всех, кто был на дороге, я всех убил. Вот. Один боец у нас ложился. Правда? Ну, по ходу колонны с правой стороны, один с левой стороны. Смысл был в чем? По моей команде я начинаю. Подскакивает один боец, начинает обрабатывать засаду. Ой, колонну. Колонна разворачивается на этого бойца. Включается второй боец. У нас не получилось. Ну, на самом деле, я Шадова срисовал вот по той причине, что я знал эту Лёшку. Ну вот, видишь. Чита, Булыч, да не помогло. Булыч знает карту, короче. Смысл был такой, то есть один боец простреливает всю дорогу и перекрестным огнем с двух сторон мы накрываем всю колонну. Вот теперь по поводу колонны. В
принципе, вы не должны были развестись на такую херню, потому что ваши действия должны были быть дайвом. У вас, во-первых, первая половина при начале стрельбы сделала вот так. А? И они их тут же выбили, потому что вторая половина вот так сделала. Потом убили их. Самые хитрые, типа Булыча, они сразу туда ныр и пытаются вот где-то здесь за корягами выжить. Ну, Булыч поэтому и убил Шадоу. Они дольше всех жили. И потом никто не стрелял. Вот вы, когда по вам стрельбу открыли, вы все вот так начали искать противника. Не нужно искать. Вот твой сектор, ты взял, упал на потом взял, скатил, пополз куда-нибудь за укрытие и рассосался. Вот я так и сделал. Мы когда шли, я решил на 5 часов посмотреть, потому что бревно, но оно подозрительное. Когда появился 5 часов, я увидел как раз бенчик, он лежал на спине. Я уже начал докладывать, что начался контакт. Но я сразу упал, стал все послить, там, блядь, ебаная коряга не давала просто тупо нормально шаргивать. Вот. Еще раз колонна. Но ты так и не доложил, вот в чем. Я начал докладывать сразу контакт. Базин, наш недочет. Что ты не учел, блядь, что может этот с колокольни смотреть. Не, на самом деле засада вообще красиво отработала, она вас практически всех уничтожила там буквально за 10 секунд, за 15. Да это вообще красотулечка. Те, кто выжил, они уже никак вот не набегали бы. А у вас колонна, вы, короче, и так вот в самой анальной яме, чтобы из нее хоть как-то выбраться, вам надо просто пытаться перехватить инициативу на себя. Потому что в свое время вон Линк таким же способом Базила просто вынудил открыть огонь по себе и вскрыть позицию. Он просто упал и ебашил очередь куда-то в лес. Базил перекатился, вскрылся, его тут же сняли. Если вы, колонна, не открываете огонь в первые секунды, то есть ваши первые действия какие должны быть? Упасть. Ваня нам скажет. Начал ты контакт, ты делаешь что? Падаю вниз, начинаю стрелять. Падаю вниз. Ты падаешь вниз в свой сектор. Нет, вон туда, вон. Ну да. Дальше вы никогда не меняете свой сектор. У вас у всех есть сектора. Чтобы не было то, что все направо развернулись, сзади столбанил, всех выебал, короче. Так плохо, так плохо. Столбанил плохой. На самом деле на Ютубе у нас, на форуме, которого теперь нет, есть видео, где мы зимой отрабатываем это падение и стрельбу. Можете просто посмотреть, как это, ну, задумывается. То есть падаем и 10-15 минут стрельбы. Случайно тогда как раз, когда 10-15 минут? Да. То есть зимой, что ли? Минут, да. Секунд. Да, мы сейчас попробуем. Короче, ваша цель — перехватить инициативу. Вас больше, у вас преимущество. Вы чисто можете по количеству шаров на квадратный метр создать себе преимущество. Первую секунду боя сразу фух, и нет никого нахуй на дороге. Никто. И при этом со всех сторон в засаду должны лететь шары. Вы как когда колонна, вот идет человек, да, вот ты идешь по дороге, ты сразу идешь и мониторишь себе. Просто это должно машинально происходить. Мониторишь укрытие. Ты идешь и просто их постоянно видишь. Как только начался контакт, ты яхт в это укрытие, блин, и свой сектор не больше. Все поняли? Давайте, так как у нас новичков сейчас много, сделаем еще один прогон. А если получится так же плохо, мы сделаем упрощенную упражнение. Давай новичков получим. Зачем ты странно Базилу смазку от гирбокса на затылке? Это он чинил себе. Так, засаду сейчас идет. Ну не трогай, лучше не размазывай. Булыч и Малек. Уже подходят, готовьтесь. Начинаем. Контакт.
ты отрабатываешь двоих, ты либо тут же очереди доворачиваешь до остальных по секторам, либо опять ныкаешься. Угу, не остаешься наверху. Ты вниз не ушел, ты не убьешь.